Маленькие дети пьют молоко, а дождевые черви пьют березовый сок. Кстати, эти черви необычные. Одни из них красноватые, а другие с желтыми прослойками. Сейчас я вам покажу более детально. Сейчас я их достану. Боже, какие они красивые. Те, которые с правой стороны, соответственно, логотип 1L, они быстро разболзаются. А с левой стороны черви с такими интересными коричневатыми прослойками. Я их поймал между дров. А вот эти обычные дождевые были в земле. Желаю вам успехов и напоследок бонус. На стакане написано «Производитель Россия».